Семья Бушуевых не может нарадоваться новой квартире. Наконец-то скитания по съемным закончились, говорит Алексей. Уже в ближайшие выходные семья из 4 человек завезет сюда свои вещи. К слову, в детский сад, который находится во дворе, детей уже оформили. Дом нас очень порадовал. Квартира такая аккуратная, светлая, красивая. Дети тоже рады. Так что, я думаю, все будет хорошо. Красивая, просторная, светлая. Площадки красивые, садик хороший. Квартира, в которой сегодня заселились люди, уже оборудована и готовы к проживанию. В этом доме в каждой квартире даже установлен пожарный рукав для обеспечения еще большей безопасности. А плита у нас электрическая. Да. Очень хорошо. Можно будет не переживать, что дети нечаянно включат газ. Сегодня обрели новые квартиры 254 семьи. Всего же с начала этого года было введено в эксплуатацию более 4500 квартир, которые были построены при участии Госжилфонда при президенте Татарстана. Заселились в него участники программы социальной ипотеки, переселенцы из аварийного жилья и молодые семьи. Помимо вот этого самого дома, до конца года в жилищном комплексе «Салават Купере» планируют создать еще 11 домов, 5 из которых будут заселены уже в сентябре. Артем Логвинов, Роман Фенин, телеканал «Эфир».